За свою творческую жизнь советский актер Готлиб Ронинсон сыграл более 40 ролей. И хотя все они были второстепенными, реплики, произнесенные им, сразу становились крылатыми. Актеру особо ничего не нужно было делать, один только вид вызывал у зрителей неудержимый смех. Пока признанный комик радовал поклонников, судьба преподносила ему все новые и новые испытания. Гошенька, как ласково называла его мама, появился на свет 12 февраля 1916 года в городе Вильно, позже переименован в Вильнюс. Все предки Готлиба по национальности евреи. Мальчика назвали в честь деда, который ушел из жизни за год до рождения внука. В начале 20-х отец встретил другую женщину и покинул семью. Готлиб вместе с мамой переехал в Москву. Ронинсон обладал прекрасным голосом, был артистичным и мечтал связать свою судьбу с искусством. Сначала он записался в хор, далее влился в коллектив Миманса Большого театра Советского Союза. В июле 41-го Ронинсон прошел медкомиссию, но на передовую не попал из-за болезни – невралгия. Коварный недуг принес ему немало страданий в будущем. В интернете существует и много источников неподтвержденной информации, что актер перенес личную драму. Один из танцоров предложил Готлибу дружбу и пообещал обучить его новым движениям. Доверчивый парень даже не мог представить, чем все это закончится. Танцор балета по прозвищу Корень склонил его к близости, тем самым нанес психологическую травму на всю жизнь. После этого случая Ронинсон не мог оставаться в Большом театре. Как с этим жить и что делать, он тоже не знал. И все же дал себе слово, что станет нормальным, встретит девушку и создаст семью. В 41-м году актер поступил в театральное училище имени Щукина, а через время обратил внимание на студентку Татьяну Коптеву. Между ними завязалась дружба, и Ронинсон был уверен, что девушке он не безразличен. Все шло хорошо до того момента, пока какой-то доброжелатель не рассказал девушке о неприятном инциденте. Татьяна тут же прекратила общение с Готлибом, даже не позволив ему объясниться. После окончания учебы актера пригласили в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Работа стала настоящей отдушиной для Ронинсона. Многогранный талант позволял ему прекрасно играть как классических, так и современных героев. Родным подмосткам наш герой отдал более 45 лет, а на съемочную площадку попал в начале 50-х. Первые роли в кинолентах были эпизодическими – «Прощай, Америка» и «Адмирал Ушаков». Его фамилию в титрах даже не указывали. Ну а заметили Ронинсона после выхода на экраны картины Рязанова «Берегись автомобиля». О талантливом актере стали говорить критики, а вскоре ему предложили роль пана Станислава в знаменитом «Кабачке 13 стульев». Но если творческая жизнь у него сложилась, то личная нет, и дело было не только в инциденте, произошедшем в Большом театре. Мама Готлиба старалась быть в курсе всех его дел. За ужином он рассказывал ей о съемках и спектаклях, советовался насчет новых ролей и спрашивал, понравился ли ей тот или иной фильм с его участием. Зная мамин характер, Ронинсон всегда осторожно переходил к теме о том, что хочет познакомить ее с женщиной, которая ему понравилась. Увы, все встречи заканчивались одинаково. Ни одна избранница ей не нравилась. Ну а с годами актер потерял всякую надежду найти женщину, которая бы пришлась по душе его маме. Друзья называли его вечным холостяком. Он не обижался, так как понимал, что никогда ему не стать мужем, а его семья – это мама. Шли годы, когда же ее не стало, Готлиб не смог смириться с ее отсутствием. Коллеги сразу заметили, как он сник. Ронинсон говорил, кому посвящать свою жизнь, ради кого спешить вечером с работы. Друзья старались его подбадривать, и чтобы не обидеть, Ронинсон хоть и грустно, но улыбался. Со временем притворяться, что у него все хорошо, стало труднее. Готлиб таял на глазах, а потом и вовсе пал духом. Однажды он признался коллегам, что посетил ритуальную службу, где заказал себе памятник. И добавил, «Не хочу никого обременять хлопотами, когда я умру», поэтому все заранее подготовил. В конце 91-го года актер впервые не пришел в театр. Все очень удивились и обеспокоились, так как Ронинсон играл Поплавского в постановке «Мастер и Маргарита».
А потом узнали, что Готлиб ушел навсегда. Его похоронили на Введенском кладбище рядом с могилой мамы. Монумент установили тот, что выбрал для себя сам. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы Готлиба Ронинсона в кино.